Литр масла на литр бензина. Блин, Ванёк, это вообще законно? Он еще живет. Залить все это масло, блядь. Последняя капля масла убила этого зверя. Всем здорово, пацаны, вы на канале Dark Riders. Настала осень, а значит, надо добавлять масло побольше в бензин. Вот сегодня мы решили немного переборщить, добавить целую литру, один к одному, литр масла, грубо говоря, на литр бензина. Кто-то льет 30 грамм, кто-то льет 25, кто-то вообще 15. Ну а мы сегодня замахнемся на целую литру. Подопытным кроликом будет ваш любимый Восход 3М. Короче, сейчас мы прибыли на место, сольем сначала бензин, который уже в нормальной консистенции, размешанный с маслом. Бенза мы заправили 3 литра, вот, по дороге, может, там пол-литра сожрало, будем этот весь бенз. Блин, Ванёк, не чуди, ты что гонишь? Ты куда дул, туда или обратно? Напился, да? Ну, смотри. Бензик пошел, порядочек, короче, еще валит хорошо. В общем, пацаны, слили мы бензик с бака полный. Вот у нас немного вышло. В общем, это бензин заранее подготовленный, кристально чистый. Маслица наша, короче, сейчас будем, ну, для начала, я думаю, мы начнем, ну, в 10 раз больше бахнем масло. Это, грубо говоря, мы льем в стандарте 30-ку. Ну, а сейчас будет 300 грамм. Я думаю, этого будет для начала достаточно. Этот гад, кстати, у нас клинит, стоит юпитеровский поршень, походу сплав какой-то галимый, лютый. И поэтому он клинит. Едешь так в дороге, сцепление выжимаешь, он дур и клинит. И для этого его нужно нормально обкатать. Поэтому мы решили залить в него нормального масла. И побольше, побольше. Так, ну что, открываем бензин. Маслица у нас в делец. Это получается у нас вот эта мензурка 30 миллилитров. Вот, короче, 10 мензурок. Конечно, жестко будет. Я чувствую, он и так дымит. 30 грамм мы льем. Он, короче, я еду за Ваньком. Дыма — это просто жесть. Ну а тут вот первая пошла. Это только первая, пацаны. Делаем, короче, компотик. Главное не сбиться со счета. Считайте вместе с нами. Вторая. Бензин, наверное, будет совсем не бензин. Надеемся, в нем останется еще хоть какое-то октановое число. И эта вся бурда пройдет в карбюратор и воспламенится. Мы заранее хотели, конечно, проверить, будет ли эта вся хрень гореть. Просто так зажигалочкой поджечь и посмотреть, будет гореть, не будет. Вообще, стоит ли такой фигней страдать. Но, как бы, делаем все первый раз при вас. И, как бы, я думаю, будет все четко. Это уже шестая. Если я не сбился, там поправьте меня в комментариях. Возможно, я сбился, на одну больше залью. Меньше. Седьмая. Короче. Так, это реально, пацаны, без шуток. Восьмая. Сейчас нас местные жители сожрут с потрохами. Подумают, блин, дымарня жесткая, короче. Но вот это реально будет нормальная обкатка для восхода. Так, еще одна. Еще одна, пацаны. О, все готово. Все 300 грамм у нас сейчас находятся непосредственно в нашей емкости. Закручиваем, взболтаем. Хорошенечко. Пенопати будет сегодня. Вон, смотрите, сколько пены. Ну, в принципе, оно такое жидкое. Это масло, кстати, у нас жидкое. Другие масла мы брали, они какие-то более густые, это жидкое. Возможно, у нас сегодня все и получится. Ну, в общем, сейчас все это дело будем заливать в бак. В карбюраторе, конечно, осталось немного бенза. Это как бы закрома для нормального запуска, залог нормального запуска. Потому как на этой бурде, ну, возможно, он не запустится. Ну, а на нормальном бензине он точно запустится. И уже этот бензик вкусный, так и хочется его выпить, пойдет.
Я думаю, он будет работать и будет хорошо, и не будет клинить, пацаны. Ну, в принципе, по консистенции, ну, такой жиденький, нормальный. Масло даже растворилось, я вам скажу. Я думал, это вообще будет трэш. Ну, для начала попробуем так. Если ему будет мало, будем добавлять по писюрику до тех пор, пока он будет ехать, будем добавлять масло. А дальше будет видно. Пацаны, не хватает ему тяги встать свечу, короче, только на заднее задираю, он бру-бру-бру-бру. В принципе, мотор работает, чих-пых, можно доехать, но масла слишком много. И если хотите, мы можем еще, конечно, добавить, но я не знаю, стоит ли или нет, но я знаю, вы скажете, реально стоит. И поэтому мы сейчас добавим еще пару мензурок, это 60 грамм, и посмотрим, запустится ли он вообще. Пару мензурок все-таки бахнем. Я думаю, ну реально, кашу маслом не испортишь. Пару мензурок, думаю, будет не лишним. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, четко стаканчик, четко по горловинке поставил, оно все дело стекло. И, в принципе, я думаю, будет все четко. Сейчас пока поставим. Ну, конечно, кто ездит на двухтактной технике, тот не удивится, как вот этот мотоциклисты на заправке станут и вот так вот. Кто так делает, кто тормоз зажимает, вот так вот типа качает. Ну, надеемся на лучшее. Еще живет. Что, будем еще масло добавлять? Давай! Пофиг, пацаны, мы реально решили обнаглеть и тупо залить все это масло, блядь. Пропади, блин, ёпать. Пропади оно попадом. Это был нокаут, короче, последняя капля масла убила этого зверя. Поэтому, пацаны, никогда так не делайте, лейте масло по норме. Наверное, там карбюратор уже приказал долго жить, надо все это разбирать, короче, перемывать, соответственно, чистить бак и все остальное. В общем, вот такой вот вердикт, пацаны, поэтому ставьте лайкосики, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы погнали чистить карб, и всем до новых встреч.